Сегодня начались суды над известными гражданскими активистами, над очень известными, которых власть панически боится, и несколько человек из них, группа активистов, Асхат Джексибаев, Кайрат Лышев, Абай Бегимбетов, они уже почти год сидят. В августе прошлого года этот режим их задержал за участие в организации Асара в строительстве дома Дулату Агадилу. И они практически год сидят в тюрьме. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить наше общество за поддержку этих активистов. Мы объявляли финансовые сборы в поддержку этих активистов. И немало людей откликнулось и откликается ежемесячно, помогая по мере своих возможностей. Кто 1000 тенге, кто 5000 тенге, кто 10 тысяч тенге. Но это позволяет семьям этих политзаключенных более-менее как-то находиться на плаву. Это позволяет оплачивать услуги адвокатов, это позволяет организовывать передачи. Конечно же, количество пострадавших от этого режима значительно больше, и поддержка им требуется значительно больше, чем та существует.